Два лема 9. А войд. До скончания года в один день. Дайте каску, пожалуйста. Добери одного чувака. Ларион, ты в леме. Да пусть похилит, 4 хила. Я в хиле сам. А. Листы бьем взрывом разума. Давай касочку. Дайте каску и рыбу можно. Ты по скиллу можешь во время блевотни дать инер кому-то потом. Кулак друида, медведю кулак. Просто. Каску про товаром, пожалуйста. Просто а, Олег, баф не точно. Каску шумана. Сейчас сюда, все, всем каски дам. Так ты, ну, оправдай хотя бы ее слова, блядь, за гроб. Тактики-то прочитай, блядь. Ладно. Просто там было говорить ну, блядь, не за гроб. Я русскую. Ты скажи, что ты в муви Квойда попадешь и денег заработаешь на рекламе. Чё, наконец, ты тут? Бля, где он лазит? Чем пытаться давать здесь ДПС в таком рейде? Каски какие-то попрашивают тут. Каска дает здоровье. Не, ну если такой ФПС, понятно, что ты падаешь. Пуляй. Первый рост. Галема, поставьте тотем на силу природы. Ребят. У тебя КД на годы, да? Ты что? Я не тебе. Примес, у тебя КД на бабл, да? Я стрелив начал. Прибыльно. Сейчас был большой слизень в рейде. За спину. Отличные новости, народ. Я починил трубы. На пульте, пожалуйста. Входите, служи. Лем, уйди с... Клариум, уйди отсюда. За спину перебежали. Не под босса же, ё-моё, куда ты ушёл? Укош прожми, Дашкин. Подожди, это сколько на нём стаков уже? А, два только. Кодоверсия, выйди, служи. Ты видишь, на тебя дамажит. Тут жопу немного рвую с вами. Капюшон, если на рейд. Оливерка, уход в тень, прожми. Уход в... Уход в тень, выйди с лужи. За спиной перебежали. Отличные новости, народ. По-моему, на рейже мало народа. Много? Мало. Потому что Клариум забежал в центр. Нас заблевали. Да ладно. Когда ты ему сказал уйди оттуда, он взял и зашел под босса. Так там два лема, я говорил не Клариуму, а ТД и Капюшоныч. Давай посмотрим. Так, ТД. Капюшоныч, какого хера ты стоял в центре? Что ты можешь сказать по этому поводу, бля? Дима ничего не может сказать. Я сейчас взял таргет капюшон, еще он в центре стоит. Это должен быть на рейнже. Идемте вот на тухлого и расход. А что такое рейндж? Ты скажи, надо было выйти. Рейндж это расстояние с английского перевозки. Надо от босса стоять на 30 метров. Не, подождите, никакой расход. Я сюда присылал, что-то другого. Чего?
Мне гнилые нужны. Я плохо, что не сюда пришел. Такой расход, что обкурились, что ли? Просто не пробовали. Чуть только пузом шатаем, а потом меня морда подберсывает, нет, то расход сделаем. Да какой в шат, да сука, заблевали рейд, блядь, сейчас все убьется. Стойте, ебаный, Шоныч, Клариум, блядь, ну или вон мага поставь тоже, блядь. Еще раз скажи им, кто на рейнже стоит. Так, это два ханта, два приста, два элема, капюшон HTD, это уже 6, протовар 7, сова 8, все. Ну да, нас 2-4. Ну и 9-го давай, Лока, вон, нехуй ему стоять под боссом. Плариум пускай на рейндж выходит 9-й, 5-2 все. Ну, если кто-то умрет, Лок сразу протанется. Или мат потом, блин, конец. Пойдем в РС потом вас поедем? Ну да, конечно. Да. Особенно этим рейдом пойдем. Рейдим. Я бы этим рейдом сходил. Ну чисто до Савианны, да? Это говно маленький слизнюк пропадет? Да. Да. Да если не пропадет, то плохо. Что, многовато получается, да? Ну нормально сойдет. Локи, вы не на рейнже. А, нет, стоп. Да. Надо еще сказать, что там делать на рейнже надо. Друг от друга рейндж соблюдать. Расстояние 15 метров. Три лема, два приста, два лука, два ханта и вар. Фу, протовар. Ну это очень много народу. Все, короче, сейчас не убиваем, я даю ЕП, Alt F4 нажимаю, дальше хотите убивайте тухлого или не хотите. Фух. Дай кулак точно. Где это, Мишка? Там вот есть такой двор в ПРГ. Дал каску подай. Шимис, а что там в рейды с коду стопорай? Чего? В рейдах с коду стопорай. Не понял, все. Как дела в рейдах в код доступа рай в гильдии? Как дела у тебя там в рейдах? Как дела? Я не знаю, ребят, я редко хожу в рейды. Работаю. Все, я... Погнали, пуляй. Уже на огурец на рейнже. Уже далеко отсел, мне немного не слышно. Давай рост. Шаман, это тему в центр поставьте на силу природы. Беги, малышка, беги! Как два появились? А, этот слизень не исчез. Хуеть, блядь. Миша Киша, на рейндж выходи. Пистатый рейм у нас пройти. Сейчас будет взрыв, скорее всего. Сейчас будет взрыв, да. Подойдите немножко. Как неожиданно. Пора двигать. На рейндж. Там Гулливер колпал. Джон на рейндж. Ну, сектор, давай на рейндж. Да не, мы не знаем, ребята. Играй, слизня. Что, еще что ли есть? А, нет. Это рейд проседает жестко. Миша Киша, поднимай Гулливерку, блядь. Как можно же за креста умирать? Вставай, Гулливерка. Ходи сразу на рейндж. О, прожми бабу, пожалуйста. Выходите с лужи. Подверь с ним, выходи с лужи, я дал длань. На второго, на звездочку дай длань, пожалуйста. Народ, слизь снова потекла.
Солнечный РНЖ минус. На рейндж вышли. О, не на рейндж, перебежали за спину. Суливерка минус. Давайте, отбежали к стене. Отбежали к стене. Взрыв, взрыв. Эльф идет к стенке, отбежали, все дистанцию набрали. Все на рейндж встали, милики только под боссом. Забирай слизни, этот глыбу прыжми. Я не знаю, как вы будете бить сейчас. Сука. Пор просто, блядь. Забери большого слизня с меня. Ух, нафиг, пошлите спать вот он. Распор. Ну да, конечно, мы его нахуй. Да не, нихуя. Пробуем еще раз. Давайте на рейндж, на рейндж, на рейндж, на рейндж, на рейндж, давайте. Ну все на рейндж, не, нихуя уже. Еще 12 лимонов. Давай, да давай. То порубил на Войт, танч, войт, танч, танч, войт. ШВ, КД, ну это пол. Ебаш, нет, но это пол. Смотри, нихуя. Слизнюка и босса танчу, блядь. Давай, ебаш, соло добью. Забери с меня, слизня, блядь. Блядь, хилю, хилюсь. Прожи, прожим. Отдал прожимки, отдал мастдаун, отдал рефлект, отдал. Блядь, блин. А, заблевали, блядь. Я предлагаю, если вы под ботинки гулливерки не отдавать, капюшон еще не отдавать. Да я уже заебался. 5 часов утра, ёбаный рот. Чё ману отдать? Ну, я вызвал. Просто подосрали немного нам край. Да, во-первых, там слизни какие-то уже стояли. Ладно, пошли на тухлого. Не, ну... Слабаки. А, вот не захилило, вот и упали. Хилить надо. Я того. Да. Тебе просто... то же самое могу сказать. Просто... Я вон теперь хилил. Нормально, я топ. Нет, топ. Ты в каком месте ты топ? Вот, смотри. Он тебя троллит. Я не вижу. Конца первый. Снизу панка. Ну да. Ты топ. С конца. Ну, конца. Ты в конце. Я нет. Капает с конца. Ладно, пошли тухлого убьем. Короче... Я-то как бы зайду, вы фуловые, вот кто сейчас, ну фуловые там предписывают, зайдите. Вот эти 5к, которые там, Лариум и всякие, вот эти, даже не заходите, блядь. Либо персов вы кого-то берите, 7, блядь. Ты чё, чё слышишь? Я зайду за спить, ну. Мы сейчас еще и тухлого не убьем. Ну я спрыгнулся в ДД, это хильдо. Да сейчас поддерживаю, что мы могу и всё. Чё, кому понравился рейд плюсик? Кто хочет в гильдию, кто хочет канал посмотреть видео, у нас есть убийство. Хочет. Ну кому такие рейды не нравятся? Мне нравится, мне очень понравилось. Быть как ГС имели, блядь, на 6к уже. Каждый день бы такой рейд. Шите рыбу. Ну это 5-я целка просто, если завтра люди зайдут, не 5к ГС, то можно добить. Он завтра будет. 6 собираю вы. Давайте завтра 6 собираем. Попробуем хоть. В смысле, а это что, не добивать, что ли? Лично надо. Ну давай, сектор, пока тогда. Ну, спасибо за рейд, кстати. Подтягивайтесь. Последний босс остался. Свою будет придется забирать, да, потом еще раз. Ну да. Ты думал. И по два, и два раза сносить споры. Ну, две едкой гнили будет. Нет. Пол пятого утра у меня. Если рост дадите, не будет. Давайте чекнем.
Так, скавчик, пожалуйста. Да, страх не в том, что вторая ветка гниль будет. Просто надо споры все обставить два раза и все. Что-то мне кажется, мы не убьем. Да убьем. Нас не убьем. Гнурайся, Сиваня. Ты тут? Последний бой. 5 минут. Да он вышел из сети уже 3 минуты назад. Ладно, тогда чек на пол без него. Это вам не X5, нахуй. Тергаза, ты пулю его? Да, пуляй. Мы же уже... Да, пуляй. Рост. Это обычное облако газа. Только будьте... Мы в 22 идем. И 3 хила. Ну чё, смотрите, мы снесли уже 10 лямов, до берсы 4 минуты. Успех. Уёбок. Не, ну если так будете хилить, то не, не убьём. Да, мы не убьём так. Сейчас танка сильнее надо хилить. Парень, ну ещё дамаг сейчас на него. Блин, ну у ханта нету спор, кстати, там, мы сейчас вдохнем. Ладно, я капельку дам тебе, хант. Пожалуйста, дай каску, кулак по ханту. Так прожми там щиток свой, видишь. Я прожму мастера аут. 8. Так. Армагеддон, можешь выйти с рейд? Убежались со спорами. Все. Шимис, дай, пожалуйста, каплю на Войда. Сейчас не надо, не надо, не давай. Отойдите от хилов, пожалуйста. Каплю сейчас дам на ханта. Сыка. Дайте гимн, гимн. Живи, блядь. Ну и чё, сколько когда капли там у всех? Надо будет через минутку, наверное. Ты живой, блядь. КД на К, 2 минуты на капли КД. Я давал хантон, выжил. Так, я буду таунти по КД босса, если чё. Так, ребятки. 2 минуты до берсы. 20 лямов. Сейчас будет экзекьют фаза, ДПС побольше станет. Сбегайте со спорами, если что. Просто сейчас он вдохнет, меня хуярить будет. Ну, в принципе, я фуловый, не помню. Бля, сбегайтесь, двумя спорами не сбегайтесь. Так вас захилил флешка. Сейчас танка получше хилить. Щит земли на... Щит земли кей на Войда. Шимис, в РДД зону выйдет, Шимис. Мелики сбежались в кружочек протопа-бару. Как кап... 8 будет, скажет. 8. Сейчас сниму. Мишку, Мишку хитьте. На Мишку щит земли давай. Я тебе каплю дам потом, на 3, наверное, вдохов. Ну, свою там, протоваровскую. Сейчас будет едкая гниль. Ретрик, поставь ауру от темной магии, прожмешь мастер ауру на едкой гнили. Сколько у тебя там капли, когда на Мишку надо каплю будет? Че по дефам у тебя, Богдан?
Он сейчас этот будет принять через 5 сек. Даю свою каплю тебе. Все, можете кидать каплю на мишку. Протопал и про товары там. Я уже отдал, все, кончилось каплю. Каплю. А, все. Вот, и шатен? 150 тысяч. Все, похуй. Так, фу, батя не поехал. Ура! Твой ботинок. Кому пояс? Твой ботинок. Поясок. Кондоверсти, надо? Ну, я пойдем, нет? Ну иди. Свой. Где? Собирай. Я лично в Долоран. Это надо. Это. Ретри, пошли в Лилю. Стоим там, воркуем. Пошли, иди за протоваром, я тебя жду здесь. Ну куда? Какие коты идут, блядь? Пол рейда идет, блядь. Смотри, кот идет как. Все, всем спасибо, мне понравилось. Ретри, а как мне понравилось. Ой, так не буду уходить. Короче, приходите завтра. Только не 5 раз. Покупайте персов 6 и 7, короче. Древо, приходи, Плариум, приходи. Там, приходи. Броник, 5 и 2. Чего полутора? А сколько часов приходить? 19:00, сообщение дня написано. Я не с гильды. Ну тогда ты должен вступить в гильду для этого. Напиши в ПМ Войду. Пока он не офнулся. Ты у меня спрашиваешь, придешь ты завтра или нет, а я не знаю. Ты не знаю, ты придешь или нет, честно. Если надо, вам рейд придете. Если не надо, я доберу пуга 6-7, да, и убью все, блядь. Имя спек ГСП. Слепнот это не вар Дарксайда, вот это в Регина. Не знаю. Не-не-не. Ну помню что-то. Ладно, не помню уже. Выдай мне, пожалуйста, зелье стак. Нет. Не дам тебе зелье. Иди Войда проси зелье. Он будет онлайн, пиши ему. Я отдастся зелье. Слепкнот, можешь побыстрее написать имя с ПГС? У меня 5 часов утра, я хочу уйти. Я залагал. Ване напиши. Тогда скажи в РК об этом. Вова, Алок 6-4. Чё? Так и пиши, Вова, я залагал. Всё, всем пока, короче.